Иван Триандафилов, наверное, самый спортивный и высокий призывник. Он из Красной Поляны. Занимается тайским боксом, волейболом, футболом, борьбой. Попал в первый осенний призыв. Как только ему исполнилось 18 лет, сразу же прошел медкомиссию благополучно. Хотелось бы попасть на Кавказ, как бы, ну, все в городах служат, я хочу попасть в горы. Ну, как бы привык, вырос в горах, сам в Поляне, у нас там горы везде. Ну, хочется всем в горах послужить. На отправку пришли родители, сестры. Никто еще не знает, где будет служить Иван и в какой попадет род войск, но уверенность в нем уже есть. Служить родине идет. Сам хотел, поэтому мы против не были. Все в семье служили, дед и я, и продолжает дальше он. Чаще всего сочинцы служат в ВДВ, это Новороссийск, в сухопутных войсках, Ростовская область. Идут служить во Владикавказ, Майкоп, кто-то остается в Краснодарском крае. Увеличилась в этот осенний призыв квота. Если раньше отправляли в армию до 300 новобранцев, этой осенью пойдут служить 423. Со 2 октября начались медицинские комиссии, начались призывные комиссии. Проходят ежедневно, работа очень большая, работа кропотливая. В первую отправку попало 24 сочинца. Их провожали друзья и многочисленные родственники. Редко, когда проводы обходятся без слез. Мы и рады, и, конечно, горестно нам. Но этот этап они должны пройти. Только на год отправляют родители своих сыновей. Но независимо от срока службы, проводы в армию всегда проходят достаточно трогательно. С этого дня одни служат, другие ждут. Ребят сначала доставят на сборный пункт Краснодар, потом распределят по разным районам. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.